Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре настоящая помощница на кухне мини-печь Redmond Sky Oven RO5706S. Разберем ее функционал, поговорим о плюсах и минусах и выясним, насколько она оправдывает свою цену. Ссылки на товар вы найдете в описании, а мы начинаем! Мини-печь Redmond Sky Oven сразу привлекает внимание своим стильным и современным дизайном. Сенсорная панель управления – это не просто удобство, а настоящий тренд в мире техники. Вся информация по выбранной программе, температуре и времени приготовления отображается на ярком экране, что делает использование этой мини-печи максимально простым и интуитивно понятным. Еще один приятный момент – индикация работающих нагревательных элементов. Так что ты всегда в курсе, что и как готовится. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео. Там я оставила ссылки на проверенные магазины и специальный промокод для скидки, чтобы покупка этой мини-печи стала еще выгоднее. Мини-печь Redmond Sky Oven – это настоящая находка для тех, кто любит готовить и ценит удобство. Одним из ключевых ее преимуществ является возможность управления через приложение Ready for Sky Redmond. Ты буквально можешь контролировать процесс приготовления прямо со своего смартфона, даже не находясь на кухне. Это очень удобно, когда нужно освободить время для других дел, не отвлекаясь на духовку. Но что же делает ее универсальной? Во-первых, наличие двух тенов. Верхний и нижний нагревательные элементы могут работать как вместе, так и по отдельности, что открывает широкие возможности в выборе способа приготовления. Для выпечки включай нижний тен, для стейков – верхний, а для таких блюд, как пицца или пироги, идеально подойдут оба одновременно. А если хочется по-настоящему равномерно пропечь еду, встроенный вентилятор обеспечит циркуляцию горячего воздуха по всей камере. Впечатляет и то, что Sky Oven имеет 16 автоматических программ. Это значит, что для большинства блюд не нужно ломать голову над настройками. Хотите запечь мясо, сделать домашний хлеб или приготовить чизкейк? Пара нажатий, и мини-печь все сделает сама. Есть даже программа томления, которая поддерживает медленное приготовление до 10 часов. Это идеальный вариант для сложных блюд, которые требуют длительной тепловой обработки. Еще один крутой момент – функция автоподогрева. Если ты не успел подать блюдо сразу после приготовления, печь будет поддерживать его теплым до 3 часов. А благодаря функции отсрочки старта ты можешь задать время, к которому еда будет готова, и не переживать о том, что что-то может пойти не так. Все эти настройки доступны как через сенсорную панель на самой печи, так и через приложение на телефоне. И, конечно, не могу не упомянуть про увеличенный объем духовки – на 5 литров больше по сравнению с аналогичными моделями. Это значит, что внутри больше места для циркуляции воздуха, а за счет улучшенной конвекции блюда получаются равномерно пропеченными со всех сторон. Я прошерстила отзывы владельцев этой модели и собрала для вас самые частые плюсы и минусы. Давайте начнем с того, что вызывает у пользователей наибольшее недовольство. Минусы. Греется корпус. Нет связи с Алисой. Небрежная сборка. Нет индикации температуры. Плюсы. Управление со смартфона. Большой объем камеры. Стильный дизайн. Множество программ. Возможность готовить курицу-гриль, идеальная выпечка, съемный защитный поддон, удобная квадратная форма, более 100 рецептов в приложении. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, обзор был для тебя полезен. Не забудь, что все ссылки на магазины и специальный промокод для скидки ждут тебя в описании под видео. Обязательно делись своим мнением об этой модели в комментариях. Мне интересно, что ты думаешь. Ну а если хочешь больше подобных обзоров, подписывайся на канал и не забудь поставить лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!